Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 14 сентября, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею. Глава 2, стихи с 1 по 7. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь обращает наш взор на послание апостола Павла к Тимофею. Это первое его послание. И в этом послании нам нужно обратить внимание на четыре слова. Это молитвы, прошения, моления и благодарения. Апостол Павел просит совершать все эти молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. Но давайте посмотрим внимательно, что же говорит нам, что подразумевается под этими словами. Прошение. Прошение в греческом тексте стоит слово, которое обозначает такое слово, которое означает просить что-либо. Но просить тогда, когда есть особая нужда, когда ты в чем-то нуждаешься. И это слово в греческом языке означает и может быть употреблено как по отношению к человеку, так и по отношению к Богу. Мы всегда что-то просим, и мы всегда в чем-то нуждаемся. И такая молитва прошения – это молитва, которая исходит из сердца, который понимает, что он не может справиться со своей жизнью. Нам тяжело, нам нужно, чтобы Господь упорядочил нашу жизнь. И поэтому, конечно же, мы должны просить Бога. Просить Бога за всех человеков. Далее апостол Павел употребляет слово «молитвы». И здесь уже стоит слово, которое употребляется по отношению к Богу и только к Нему. Это уже непосредственно наше тайное, интимное отношение с Господом в нашей молитве. Далее мы читаем слово «моление». И моление здесь тоже, оно происходит от греческого глагола, который говорил о действии, когда придворный подходил в присутствие царя и мог что-то у него попросить. Также и мы в молитве входим в некое состояние, входим в присутствие Божие. Своей молитвой мы призываем Бога и сами входим со смирением как к царю, со своей просьбой. И у царя для его подопечных, для жителей той области, где он царствует, нет ничего невозможного. И все можно попросить у него. И если захочет, даст. Если действительно это будет необходимо нам, если это будет необходимо во имя того человека, за которого мы молимся, то, конечно же, ему будет дано царем славы, Господом Иисусом Христом. И, конечно же, последнее слово, которое стоит здесь, в первом стихе второй главы, это благодарение, по-гречески «евхаристия». И по факту это самый высокий уровень молитвы, который мы можем иметь по слову святых отцов. Ведь
На самом деле, что мы можем просить у Бога? Что мы можем Ему дать? Любящее, искреннее, чистое сердце будет понимать, что все уже нам дано, что самый главный дар – это наша жизнь в Боге и с Богом. И, конечно же, самый главный наш дар – это наше состояние искупленного человечества, наше состояние и бытие в Церкви, наша усыновленность Богу через Христа Иисуса. Мы должны благодарить Бога за это. Поэтому мы и называем Божественную литургию Евхаристией, то есть благодарением. Мы приносим Богу прежде всего наше сердце, благодарное за Его жертву. Ну и, конечно же, кровью Его и телом мы очищаем свои прегрешения. Далее апостол Павел пишет о том, что мы должны молиться за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И, конечно же, для верующего уха, для христианина, для которого богослужение – это не рутина, а реальная жизнь, для такого человека выражение «во всяком благочестии и чистоте» является очень знакомым, потому что мы всякий раз слышим это выражение в храме за божественной литургией, да и за другими богослужениями. Диакон возглашает ектение, и на ектениях мы просим, молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Действительно, послания апостола Павла к Тимофею и его пасторские послания влияли на нашу богослужебную риторику, на наше богослужение. Мы берем слова и выражения из Священного Писания, и они гармонично встроены в наше богослужение. Поэтому помните об этом, когда будете стоять в храме и внимать молитвам, и молиться голосом, произносящим эти ектении, эти прошения. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И здесь также очень важная вещь. Мы видим, что все люди могут спастись и прийти в познание истины, но не все этого хотят. Но у каждого есть возможность. Мы имеем возможность привести к Богу людей. Этот текст – это просто главная методичка любого миссионера, который должен идти и проповедовать Христа. Есть специализированные люди, которые учатся этому и тратят на это всю свою жизнь, свободное время, но каждый из нас тоже миссионер. Мы не должны отрицать, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Но наша задача – это приложить к этому все усилия, чтобы донести до людей, которые еще не просвещены светом Христова Евангелия, благую весть о Господе, который пришел в этот мир и умер за всех нас, и воскрес в третий день, как написано было в Писании. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей